здесь, смотрите, аквагрим. Кто сказал, что аквагрим только для детей? А если ребенку уже лет много, то он уже подходит нормально. Красиво. Я сам тоже люблю нанести что-нибудь на щеку и изукрасить волосы, когда они у меня отрастают. Это бывает снова актуально. В том числе благодаря вашей поддержке. Вот эти юные болельщики немножко подрастут, голоса их возмужают. Самую кричалку, самодишесу и так далее.
Сергей, Хамид Талаев, город Грозный, и Алексей Ермилов, Москва. Резервный судья Ранель Зеленков, город Набережные Челны. Арбитр ВАР Павел Кукуян, город Сочи. Ассистент арбитра ВАР Владимир Москалев, город Воронеж. Инспектор матча Алексей Резников, город Ярослав.
Yeah.
снижение. Начинаем!
«Зенита». Болельщики «Зенита». Thank you.
где сидит произведена замена. Места Вячеслав.